ножками, не торопитесь руками. Уже ручки, ставь кулачок, выкручивай, да-да-да, не надо гнуться, побежал. Поднимай ноги, стопе, оп, пошла эта нога. Поднимай, стоп, остановись. Ну поднимай коленку, посмотри. Вот ты как бы поднял и чуть вперед перестал. Вот у тебя ровно расстояние стопы получится. Давай, 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 пошел. Во-во-во-во-во-во-во. Молодец, молодец, одноименная. Да-да-да, кидай кулачок, кидай. Поднимаем коленки, давай, давай, Юра, поднимай коленки. Во-во-во. Давай, без рук, Юра, без рук. Слава, туда, 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 туда. В один квадрат ноги не ставь, пожалуйста. В один квадрат ноги не ставь. Поднимай колени. Поднимай, поднимай, поднимай. Иди, Соня, на большой мешок, а? Дальше делай. Нет. Остановились. Еще раз, вот обратите внимание, зачем вам это все надо? Вот как бы я в сторону-то и так шагну, да? Иди туда, пожалуйста, Соня, на тот мешок, на большой черный, мешаешь мне. Но вот здесь происходит, вот видите, вот эта лестница, она чем хороша? У нее палочки есть. То есть определенная преграда у вас. Ты вот так ножкой уже не сделаешь. Тебе безвыходно что делать? Поднимать ножку. На полную стопу ставишь ты, на носок, неважно, тебе поднимать приходится. И когда у вас, именно что я прошу, чтобы без корпуса, без переноса веса тела вот этого, чтобы задняя нога также шагнула, как и передняя, право, вправо, влево, лево. Вы не ставите ногу, не опускаете весь тело куда-то, не ослабляете. Вы просто подняв ногу, чуть-чуть приподнимая колено, она по инерции, под вашим же телом, она падает вниз, правильно? Но вы ее переставляете чуть в сторону. На какое расстояние свободно может ваша нога сделать шаг без корпуса, без головы? На расстояние носка ноги. Половина ширины ваших плеч. На расстояние носка ноги. С какой целью? Да, это вот незаметно для противника. То же самое. Моя голова остается на месте. Я ножку выставил, я уже до мешка достал. Там, где будет ваша нога, будет ваш кулак. Так я ее поставил. Но носком достаю. Голова пошла, ее бить начинают. Здесь вот вы отрабатываете именно равновесие при шаговом действии. Все понятно? Отлично. Сейчас вы делаете действие. Вы делаете действие побежать также левым-правым боком, левым-правым боком, на руках, лежа, но у вас работает вот такая ситуация. У вас работает нога-рука. Одноименная нога, ну-ка, не перекидываюсь, не перекручиваюсь, а именно поднимать, та-та-та-та-та-та-та, быстренько, не поднимая дирижабль, ясно? Стараюсь, та-та-та-та-та-та-та, на ручки. Обратно, ребята, идем, оп, встряхиваемся. Да просто гантели бросаем здесь, пошли, пошли, пошли. Соня, опускай, убирай отягощение. 15 минут отягощение убирай. А, 20 надо же, доработать, 5 минут еще. Быстрее, 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 быстрее. Да, ставь кулак, самое главное, Соня, ставь кулачок. Ручки в один квадрат не ставятся, быстрее, в один квадрат руки не ставь, быстрее, опусти спинку, держать прямую. Поднимай ногу, Юра, поднимай, поднимай ножку. Во-во-во-во-во, одноименная рука, нога. Не торопитесь, отпустите товарища впереди идущего. Вот, вот, вот твоя основная, не гни так спинку, вот, свободнее будешь, будь свободнее. Вот сами еще свободнее, прими. Самое главное, плечики, пятка, все это базара нет, да. Кулак поставить, косточка. Так туда. Расслабь спину, расслабь полностью. Кулак идет вот так прямо, будет уворачиваться зеленый. Если ты прямо, ты, вот твое плечо может вообще вот так выкрутить кулак, правильно? Вот оно так может. Другим боком, пошли, пошли, не мешаем. Но от этого выкручивания, это то, как плечо работает. Вот видишь стенка, да? Иди сюда. Вот стенку видишь? Да. Посмотри сбоку. Вот прямой у меня кулак, да? Чем я ударил? Пальцем. Что я делал? Я когда у меня плечо чуть крутилось, у меня произойдет чуть вниз, у меня кулак станет. Видишь, чуть-чуть подвернулся кулак. Вот этого достаточно. Не вот тут ты тыкнул, прямо. Я ударил пальцем. Не будет здесь. Пальцы, видишь, выпирают, хочешь ты или нет. А у некоторых вообще вот так стоят. Чуть-чуть упругинать, в общем. За счет плеча, вкручившись в плечо, у тебя войдет кулак. Понял? Да.
Давай, 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 давай. Ну, Юра, быстрее, раз, 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 быстрее, не думай, не думай, молодец. В один квадрат руки не ставь, хитрый наш. Во-во-во-во, где нога одноименно поднимается? Молодцы. Тоже это та же самая простейшая координационная работа, плюс что? Спинка прорабатывается, да? Да. Теперь то же самое, гантельки ваши, да? И поехали, очень простенькое упражнение, ребят. Очень простенько, но прыгаете. Хорошо? Прыгаете на левой, на правой ноге. Ясненько? Пардон. Вот еще раз обратите внимание. Не просто вот этот перепрыгнул я. Не по классикам. Как бы слева, вправо. Я что делаю? Я выпрыгиваю, я выталкиваю свою массу. Я выталкиваюсь. Посмотрите еще раз на меня. Что? Почти. У меня нога выпрямляется, я вытолкнул себя. Темпоритм, не надо быстрее. Момент, если рука опять опередит вас, вы будете валиться, будете теряться. Вот ваш темпоритм должен быть... Пам-пам-пам. Ваш темпоритм должен быть вот такой, мягкий, динамичный. Раз, раз, опа, полетел вперед. Видите, прыгаете вверх и вперед, не торопясь. На левой ноге, на правой ноге, но работайте обеими руками, ясно? Раз, 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 раз. То есть я ловлю, вот такой темп нужен, хорошо? Не торопитесь. Раз, 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 раз. Блин, за эту штуку думаю, не упадет. Вот, на левой, на правой ноге, обратно тоже бьем и... После этого уже обеими руками, обеими ногами выпрыгиваете. То же самое, точно такое же. Выпрямляю ножку, не надо сильно высоко прыгать. Пятками не касаетесь, то же самое. Там, 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 там. Вылетают руки, вылетают кулаки. Вот этот выброс в воздухе бьете. Вот это нарабатывается, ясно? И эта группировка дает вам равновесие. Обратно возвращаемся, оп, уклончики, оп, нырочки делаем, ясно? Оп сюда, оп сюда. На левой ноге пошел. Прыгни сначала, прыгни. Прыгни сначала. Вот, медленнее, молодец. Игнат, не торопись. На носке выше встань. Выше на носочки встать, ребят. Кидается рука, в воздухе кинь. Ты как бы прыгнул и ударил сверху вниз. Бей прямые. Не надо высоко прыгать. Вот, кидай. Выпрямляй ножку. Ты на полусогнутое колени прыгаешь. Выпрямляй, да, выше на носке встать. Выше на носочки, выпрямиться. Выпрямляйте колено. А что ж такое, а? У вас полусогнуто, ты на полусогнутой ноге прыгаешь. Во. Молодец, Юра. Вот, ручки обратно падают. Не торопись. Медленнее. Раз, раз, раз. Раз, раз, локоточки, свободно, вниз. Прыгни, выпрямите ножку, у вас получится элемент свободного падения. Дэн, 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 опять так. Давай, Игнат, не торопись, молодец. На носке, Игнат, выпрямляй носочек ноги. Выпрямляй колено, Игнат. Ребята, пятка не касается. Ну, выпрямить ногу можешь? Во. Во. Вверх, прыгай, не думай о руке, не, ну, просто она вылетит сама, во, во, но нога сначала. Ручки на место, ручки на место, кидается кулак. Прыгни сначала, прыгни, 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 выпрямить ногу можешь? Вот, на носке, встаньте выше на носке, удобнее выше на носке стоять, не выше прыгать. В воздухе ударить, не надо сильно, не торопись, ручки уже, локоточки. А что, ты не делал на левой, правой? На левой делал, на правой. Давай, давай. Выпрямляйте, ну, ребята, выпрямляйте ногу, вот здесь, оп, вверх прыгну. Ребят, вперед по умолчанию, прыгните вверх. Шире ножки поставь, Дэн, шире, во, во, во.
Шире ножки поставь, да. Не торопись, не торопись. На носочках, пятками не касаться. Выкидывается рука, плечо вылетает. Во, во. Ну выпрямляйте колени. Да что ж такое, а? Почему колени-то не могут выпрямиться, а? Стоп, стоп. Всем. Почему вы не можете выпрямить колени, а? Ребят. Знаете почему? Потому что вы делаете вот это движение. Вы ловите себя коленем. Вам не дает мозг выпрямить колени. Посмотрите, что я делаю. Выпрямились ноги. Я себя максимально вытолкнул. Бам. Спасибо, дорогие. До свидания. То же самое здесь. Посмотрите, ну, я же показываю, я же то, что говорю, я показываю. Я могу это сделать, знаете. Не торопитесь. Выпрямилась нога? Смотрите на мою ногу, пожалуйста, а? Нет, это... Смотри на мою ногу. Выпрямляется нога? А? Опа! Я сейчас специально сделал движение быстрее рукой, нежели толкнулся. Я еще не вошел в фазу выхода. Я уже раньше ударил кулаком. И, естественно, я потерял все равновесие. У меня плечо еще не встало, не заземлило меня. Я стал падать, поэтому мозг не дал мне выпрямить ногу. Вы полностью выйти туда. Вот в чем дело. Делайте медленнее. Раз. 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 Обеими ногами то же самое. Раз. 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 Выпрямляются колени? А? Поехали обеими ногами.